Спасибо. Спасибо тебе, спасибо. Здесь по хрону коротенький трек. Обычно треки у МЧТ довольно длинные. По 4 минуты для него это easy. Вот, здесь 2.49. Посмотрим, как оно выглядит. То есть, потому что он там впускает, бывает, в атмосферу. Он у него аутро может быть 40 секунд, да? Здесь как бы чуть все по-другому, видимо. Щеки, это курит, привет, пока, пока ты там по мелочам втыкал, загонщик встречай, президент его плавишь в пределы, не двигай, какими бы ни были люди, делай сам крышки, оковы, тюрьмы, не молсады, полоса за полосой, и он уже вчера, и будь снифер, подобрать цифр, как яху, никакой шумихи, выбранный по жизни, ниши, прикид, поймать, жирный, нищий. Все в порядке, вещей клишни. Белое облако, черное проволока. Все в порядке, вещей, все в порядке. Пятна крови на крути, как карта. Понгалы, шахты, пятка. Черный, как вентфлаг. Дмитрий косяк, грубая брань. Грубая брань, шелковой способ. Щекотка, гасить папиросы. Окажется, стоит, стоять на колени. Хочет бессонницы, голодным битом. Не оставляющим следов. Чего они придумают разные братвы. Мы доведем тебя до 340. Открой глаза, я стану тебя за ноги скайки. Прикручу к танке, 9 драм. Затылок попомни, в подвале под толстыми стеклами. Там запрещено, поднимай голову. Там запрещено, издавать звуки. Это при смерти. Каждая срочка, как уголек, ара. Ты будешь писать до опада. Да-да, уме, идеми. Карага, да, не карага. Я напоминаю, поблага. Чтобы ты не наломал дров, педалага. Деньги, бумага, какая-то сада. Твердая чтобы ты завтра запахал. Или ты ничего не хотел знать. Траки заха, мой горячах. Ты тряпка, трипл, ты трипл, типа. Всяко передайся в село. От муравья, который выпил. Муравья, который выпил. Муравья, который выпил. Я пацан, все без всякой защиты. От ядерных бомб. Воу, воу. Да, вот это тот случай, когда трек МЧТ, который идет 2.30, да, вот мы прослушали, как будто бы 4 минуты рассказывано. Мне это вообще не зашел трек. Вообще не зашел этот трек, мне вообще совершенно. Что-то прям совсем ушел он вниз, какой-то прям нереально душнилово, прям жесткое. Он очень хорошо создает атмосферу такую тяжеляка. Но он звучит, он мелодичен, он интересен, да, такой. А здесь просто вот он душнит, короче, жестко. Душнит, прям там где-то глубоко вообще на низах. Ну, мне, по крайней мере, вообще трек не зашел этот. Учитывая, что, вот насколько я, по крайней мере, помню, да, все треки, вот то, что мы смотрели предыдущие, ну, большинство подавляющее, да, МЧТ, они все прям были четкие, заходили. Ну, это что-то вообще мимо абсолютно. Ну, здесь и у него атмосфера обычно не вот настолько душнильная. Она у него такая философски размышляющая. Здесь прям он давит сильно. Причем не сказал бы, что по тексту давит. Я не думаю, что имеет смысл оценивать этот трек по нашей системе, да. Потому что, ну, типа, атмосфера для меня вообще здесь небольшая. Трендовость совсем тоже такое, да. Не знаю, он совсем мало наберет. По звуку, да, и по звуку тоже. Не знаю, по звучанию. Мне вообще не понравилось, как оно звучит. Вот понравилось мне 2x13. Вот это респект. Ну, в общем, вот. Как-то так скажу я, да. Ладно, давайте оценим, да, все-таки. Ну, типа, камон. Надо же оценивать, наверное, все-таки. Давайте оценим, раз уж оцениваем все, да. Так будет справедливее, наверное. Ритмика так себе здесь, 6 баллов. Рифмы и образы неплохо, 8.
Реализация выбранного стиля. Реализация выбранного стиля. Мне кажется, 9. То есть, если убрать мое субъективное восприятие, сам по себе трек довольно крепкий. Индивидуальность и харизма. 8. Атмосфера вайб лично для меня 1. Трендовость, популярность 2. Поэтому мне трек не зашел совершенно.